Игра в Харькове между «Металлистом» и «Черноморцем» началась спокойно. Лишь ближе к концу тайма обозначилось территориальное преимущество хозяев. Но предложить что-то серьезное лучшей обороне чемпионата при одном форварде в составе не получалось. Зато надежны были тылы. Многоходовый шедевр, который начал Нвоха, удался на 36-й минуте. Но Руденко отстоял ворота. Едва не сработал на удаление Девич. Среди непрерывной борьбы более острый «Металлист» выудил еще один момент. Нвоху сбросил, Слюсар пробил, а Руденко взял. Результативная передача Рыкуна и мастерство Марка Девича смогли сломать насыщенную оборону моряков на 8-й минуте второй половины. Схожим и не менее замечательным вышел гол нигерийца Нвоху. Прекрасно чувствующий себя на острие атак, Аникачи вновь оправдал доверие Маркевича, отметим, и полезность игравшего опорника Эдмара. Черноморец огрызнулся только по истечении часа. Это Белецкий рикошетом от соперника потревожил Тлумака. А это уже ЗЗ, вышедший на замену, обокрал Хименеса, но дальний угол не принял удар Винанса. Конец матча прошел при острых контрмерах «Металлиста» и натужных попытках Ивановича, Васкеса и Хименеса как-то пробить защиту конкурентов. А в итоге перекладину пощупал Шищенко. В общем, 2-0. Для «Металлиста» строящийся на ходу «Черноморец» пока что не конкурент.